2021 год, 6 апреля, 2021, 6 апреля. Şu kızımız neç yaş? 16 yaş. Bizden neç yıldan beri nazorattasılar? 2 yıl bo'ladi. 2 yıl. 2 yıldan beri biz nazoratımızda. Ana işte 16 lir. 16 lir. Значит, наблюдается у нас в течение двух лет. В течение 2 лет. Диагнозом гидроцефалия и с синдромом Арнольда Киари. Давайте сейчас какие изменения у него наблюдаются, посмотрим. В данное время мы находимся на базе санатория Тозахова. Хазыр біз Тозахова санаториясындамыз. Ва бу кызымыз бізде 2 жылдан бері дәваланыпты. Хазыр мен келгенге бері 4 күн болды. Юрушларын яхшылаш үшін, халатын яхшылаш үшін біз алып келгенбіз. Ва қанақа нәтиже болушын, болыпжатқан ұзлардан сұраймыз. Здесь мы пригласили его, чтобы улучшилась ходьба, движение. Потому что, когда первый раз приходил к нам, она с трудом ходила. Симптоматическая эпилепсия была, очень сильно беспокоила. Сейчас, значит, в данное время состояние месяц за месяц улучшается. Давайте посмотрим, почитаем МРТ. Значит, МРТ – признаки гипоплазии мозолистого тела, мальформация Арнольда Киари первого типа, с эктопией миндали мозжечка, большое язвительное отверстие первой степени. МРТ – признаки гипоплазии левого поперечного венозного синуса, рекомендован гастроэнтерологу. Так, значит, давайте вот подтверждение данного, значит, данного заключения. Сейчас давайте посмотрим вот подтверждение данного заключения. Действительно, очень большая гидроцефалия. Большие желудочки. И вот давайте Киари, как у него, значит, здесь, если посмотреть, сейчас я почитаю, на 5 миллиметров миндальный мозжечка умеренно увеличены, с пролапсом большой затычной отверстие на до 5 миллиметров. Если посмотреть здесь, значит, вот можно увидеть, значит, вот мозжечок, и вот действительно мозжечок под большим пальцем, значит, выступает миндалина мозжечка на большое затылочное отверстие. Foramen occipitalis magnum. Берде, демек, миячаны, демек, миндалинчалары, тылчалары, кәтте инсе тешкішесе қысылып қоген, ва мияны қорынчалары де су топланып, рекордта болген, ва биморды, демек, вена қон тамырларда қон айланыш бұзылген. Мәне бір тамағында қон яқшы айлан япты мәне, İkinci tamamında kan aylanmayan, gönderen miya kan tamırları, vena kan tamırları, arteriyoları diyen demek biraz uzgarışlar var. Hop, şimdi aya nima uzgarış buldu bana. Ki genlerge bir yani mil buldu. Pichini paltaragoda kaki uvası izmiye yeni abludaysa. Siz ayet için nima uzgarışlar oldu? Sudur gibi buldu arada. Başı kat değildi birinci oranda. Başı bir 40% kattaydı. 40% biraz küçük ilerisi peşenesi o kadar. Nereye karar gindi? Peşenesi tek kız bu kol. Boş kişiydi. Yine su dürbüsü. Tohtu o da. Tohtardı. 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 Orada yine o zaman elbise sebebi fet olup oldu. Şimdi bu sefer yatışının asfasi sebeplerinden biri şu. Tutkanağı bu kolyen. Tutkanağı bu kolyen sebebi onun için incirliği kılıp tutqanoqqa qarshi dorilar to'xtatib qo'ygan. Shuning hisobiga og'rigan, oyoqlarida kuch ketib qolganligi uchun biz bu yerga yotqizdik. Причины данного госпитализации в санатории Тозахова чистый воздух заключается в том, что она чуть-чуть капризничала и перестала пить противосудорожный препарат, поэтому у нее наблюдалась судороги, ходьба ухудшилась, поэтому здесь получает и противоэпилептическое лечение по стандартам доктора Джалилова и значит, получает реабилитационное лечение для улучшения ходьбы. Оп, өзің гапырчы, қалай ахуалың? Бу мәктәпті оқиды. Она учится в школе, очень хорошо. Последнее время стала, она очень сильно успевает. Успевающей стала. Охырги пайтларды алочы қыз боп қалуды. Оп, оқышларың қанақа? Оқышлар, яқсы, орта халда. Орта халда. Оқытушылар, дәрсі 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 дәрс
so'rasa javob berib, so'ramasa javob bermay chiqdisa chiqib, mashina qilib hali qatnashaman. Yaxshi qatnashaman, lekin Я хотел, я забыл сказать, что мама говорит, что окружность головы, объем головы уменьшилась на 40%. Башина хаджмы 40% кичирайды. Особенно лобный отдел уменьшилось, потому что лобный отдел выступал. Пешена кысымы алдыге чыкып турарыды, шу кичирайды. Энди бир юрубан берчи бизге, отып алдымда, хани отып чыккан юрубер секин ихтият болуп, хани юрубер чыкып, так юрубер. O, nimasi shkafni oldidan kech. Mana shu shkafni oldidan kech. Oy yashavor. Endi bu yoqqa kel. Yurishing. Hozir qanaqa avvalgida qami oyoqlarini bosishini ko'rsatdim. Yaxshilanyaptimi yurishi ham? Yo, uncha emasmi? Yurishi yaxshilanmayapti. Endi yurishini yaxshilashga mana shu sanatoriyani lecheniyasi foyda beradi. Hadba говорит, не усилия, то есть не поправляется. Поэтому мы сюда, значит, положили в санаторий Тозахова, потому что у нас есть опыт, что здесь после лечения, здесь даже после чунтирования ходьба улучшается. Утроурки. Дай Бог выздоровления. Это обычный из комнат клиники Тозахова. Значит, поэтому санаторий Тозахова в данное время они здесь лечатся. Аллах швас несен. Кто смотрит, пусть дуа хпойсен. Дай Бог вам здоровья. Allah şifa versin hammaga. Jumladan senga ham, menga ham. Rahmat katta qizim, rahmat. Endi musofirda yurganlarda ham bir duo qilib bergin. Chunki juda ko'p musofirda insonlar yuribdi. Sen sog'lig'ing bilan qiziqadiganlar bor. Rossiyada, Koreyada, Amerikada, Kanadada yurgan hamyurtlarimiz bor. Musofir joyda yurganlarni ishlariga rivoj bersin, topgan tukanlariga barakot bersin, xonadonlariga tinchlik, totuvlik, barakot ular qatorida tog'am ham ishlariga rivoj bersin, hech qachon rahmat senga menga kirgan Alloh qo'llasin bizni ham yuzimiz yorug' bo'lib qolsin rahmat endi demak gidrosefaliya bu o'ta og'ir kasallik davolash har doim ham oson bo'lmaydi lekin mana natija bo'lyapti xudodan tilab harakat qilgani uchun natija bo'lyapti shuning uchun iltimos shu qizni qo'llab duo qilib qo'yinglar mana demak gidrosefaliyani ko'rdinglar qanaqa kattaligini mana yana ko'rsatib aytaman mana shu qora dog'lar miyadagi suv bundoq olib qaraganda bu yerdagi qora dog'lar miyadagi suv endi bu yerda mana oq dog' shaklida ko'rinyapti u miyadagi suv bundoq olib qaraganda miyani 80% suvga to'lgan lekin shunga qaramasdan mana shu qiz xudo xohlasa sog'lom qiz nimaga erishsa shunga erishadi deb biz va'da bergandik mana bir yarim ikki yil mobaynida sekin asta shu va'daga sekin asta qadam bosyapmiz va albatta bunga erishadi eng avvalo natija yaxshi bo'lishi uchun davolanish intizomi bo'lishi kerak mana dorini ijoli qilib bir oz muddat ichmay qo'yganiga mana sudurgilari qo'zib qoldi endi sudurgisiga alohida lecheniya ketyapti miyadagi suvni chiqarishga alohida lecheniya ketyapti va buni evaziga sekin sekin yurishi yaxshilanyapti Здесь самый главный образом, что основная дисциплина. Нужно вовремя принимать препараты. Когда вовремя принимаешь, значит, эффект получается стабильнее. Дай Бог здоровья.